Более 6500 воткинских семей уже успели воспользоваться средствами материнского капитала. Всего же в пенсионный фонд за получением сертификата обратились 10 тысяч человек. За 10 лет существования программы «Материнский семейный капитал» в Воткинске выдано 10 тысяч сертификатов. Обладательницей юбилейного сертификата стала Елена Кузнецова. Поздравляю семью Кузнецовых с получением этого сертификата. Спасибо большое. Желаю, чтобы ваша семья воспользовалась всеми льготами и всеми полезными свойствами этого сертификата и обязательно улучшили свое материальное положение. Спасибо. Прислушаемся. Мне позвонили, сообщили. Новость была очень неожиданная, приятная. Почему подумала бы и не сходить, получить в торжественной обстановке. Будет что вспомнить. Напомним, социальная программа «Материнский семейный капитал» создана для поддержки семей с двумя и более детьми. Сегодня размер материнского капитала составляет почти 460 тысяч рублей. Изначально программа была рассчитана на 10-летний период. Сейчас срок продлили до 2021 года. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Воткинске.